Несколько минут назад СМИ сообщили печальную весть о российском актере Сергее Гармаше. С известным артистом случилась большая беда. К дому актера приехала скорая помощь. По сообщениям инсайдеров, 64-летнему актеру стало плохо в квартире в центре столицы. По данным телеграм-канала Мэш, Сергей Гармаш сам вызвал неотложку. В свою очередь телеграм-канал 112 сообщает, что в скорую позвонил брат народного артиста, который находился рядом с ним. Телеграм-канал Шот заявляет, что Сергей Гармаш почувствовал недомогание после съемок в тайге. По словам представителя актера, тот вернулся из дикой природы сразу в Москву, и вскоре ему стало плохо. Есть данные, что медиков вызвала Гармаш и его супруга, чтобы тот не занимался самолечением. Сам Сергей Леонидович заверил журналистов, что сейчас с ним все в порядке и госпитализировать звезду театра и кино не будут. В настоящее время врачи осматривают знаменитость и решают вопрос о госпитализации. Предварительный диагноз – сильнейшее отравление. Сергей Гармаш женат на Инне Тимофеевой. Супруги вместе уже более 40 лет. Пара воспитала двоих детей – дочь Дарью и сына Ивана. Наследница артиста окончила продюсерский факультет в ГИКа, вышла замуж за художника по свету и подарила родителям внука Павла. Близкие актера очень сильно переживают за здоровье главы семьи и надеются на его скорейшее выздоровление. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!